концертном зале собрались десятки медицинских сестер. В их профессиональный праздник воспитанники Центральной детской школы искусств и учащиеся профильного колледжа подарили медикам творческий подарок. Для медсестер выступали духовой оркестр, детские танцевальные ансамбли и сольные исполнители. За высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе медсестер благодарили представители администрации города и депутаты. Многие медсестры Химкинской областной больницы работали в красной зоне в самый разгар пандемии коронавируса. Сказать им спасибо за тяжелый труд на праздник пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев и Инна Монастырская. Я думаю, что все жители нашей страны благодарны всем сотрудникам медицинской сферы за ту великолепную работу, которую они проделали за все это время. И, конечно, хочется сказать им большое спасибо. С профессиональным праздником своих коллег поздравила председатель Совета медицинских сестер. Пусть признание со стороны коллег и благодарные отзывы от пациентов станут постоянными спутниками нашей работы. На сегодняшний день в Химках трудится около 900 медицинских сестер.